Добрый день всем! Сегодня к вам с вот такой блузкой летней, блузкой, кофточкой, вернее, летней. Вязала ее самым обычным образом, то есть реглан сверху, потому что у меня не было другого выхода, и пряжу покупала на восстатках, у меня было всего лишь 5 моточков по 50 грамм. Я думала, что не хватит, и мне придется комбинировать, но на эту кофточку ушло всего лишь 4,5 моточка. Это, наверное, 200, может, 220 грамм, потому что здесь довольно большой метраж. Вязала спицами двойкой. Я сначала начала вязать 2,5, но мне показалось, что это слишком так рыхленько получилось. Я делала без всяких расчетов. Набрала количество воздушных петель на горловину, которая мне нужна. То есть померила на себе вокруг. Или можно по старой какой-нибудь футболочки или кофточки, которая вам нравится. И потом начала вязать, связала вот такую вот отделку горловины, а затем распределила петли, как обычно, на рукава, перед и спинку, и вязала уже реглан вниз, прибавляя по регланной линии в каждом втором ряду по 2 петли с одной, со второй стороны, и потом вязала по прямой, без всяких сшиваний, и швов у меня на боках нет. Никаких швов, просто вязала в круговую. Вязала эту кофточку из вот этой пряжи. На нее ушло 4,5 мотка. Вот что у меня осталось от 5 мотков. Пряжа онлайн. Онлайн, наверное, как правильно, неправильно читаю. Линия 4,24 Spirit Trend Collection. 50 грамм, 210 метров. Спицы рекомендуют 3,5, 4, 5. Крючок вообще не написано какой. Но я вязала крючком двоечкой, потому что я пробовала на 2,5, мне не понравилось, 3,5 даже не пробовала. В составе пряжи 3,4 бамбук, 20-33 полиакрил и 33 полиамид. Я начала обвязку своей горловины. Обвязка горловины у меня состоит из 8 рядов. Это у меня вот 2 ряда платочной вязки. 2 ряда лицевой гладью, один ряд дырочками, 2 вместе накид, один ряд я еще довяжу сейчас лицевой и 2 ряда платочной вязки. Всего 8 рядов. Набор петель я проводила, делала крестообразным набором. Вот у меня 2 ряда платочной, потом 2 ряда лицевой, один ряд дырочками, и сейчас я провяжу ряд лицевой и потом 2 ряда платочной вязки. Вязкой и потом буду распределять петли по линии реглана, по линии горловины. Ну, вот довязала я свою планочку на обвязку горловины. И теперь я уже буду начинать вязать сам свитер. Я поставила маркеры по линии головины. Я подробно не буду рассказывать, уже столько расчетов было по расчету реглана. И у меня получилось, что я на реглан оставила, извините за мой черновик, по одной петельке. И на спинке у меня 56, перед 56 и по 22 петли на рукава. И всего у меня получилось 160 петель, потому что у меня в одном сантиметре 2,7 петли. И далее я буду вводить узор. Я начала вязание с вот этой линии реглана. Росток я здесь сразу вывязывать не буду. У меня будет азиатский росток, чтобы не нарушать рисунок. Поэтому вот я начинаю вот здесь линия реглана. У меня потом идет спинка. По линии реглана я буду прибавлять петли в виде накида. У меня дырочки по линии реглана, потому что рисунок у меня тоже будет такой. Узор очень довольно простой. Это я сначала провязала 5 рядов, но здесь уже провязывает кто сколько хочет. 5 рядов лицевой гладью, а потом начала вязать по 3 лицевых петли вместе. Раппорт узора состоит из 3 петель. Итак, весь ряд 3 лицевые вместе, 3 лицевые вместе, 3 лицевые вместе. Это вот такой раппорт узора. И далее следующее я провязываю 5 рядов лицевой, и опять начинается узор 3 лицевых вместе, 3 лицевых вместе, 3 лицевых вместе. И затем уже вы смотрите, сколько вы хотите рядов лицевых рядов
провязать между этими полосками узора. И получается вот такой узорчик. Он есть у меня на канале, можете посмотреть более подробно. Итак, после того, как я связала линию реглана, вот она у меня линия реглана, она у меня 26 сантиметров, я, значит, начала вязать азиатский росток с параллельным выполнением подрезов. По моим расчетам, мне надо в подрезы добавить 12 петель. И при выполнении вот азиатского ростка этого, то есть я спинку петли рукавов, я сняла на вспомогательную нить, петли переда тоже сняла на вспомогательную нить и вязала отдельно спинку поворотными рядами. И чтобы параллельно с ростком, вот так вот, чтобы параллельно с ростком выполнить подрезы, я, значит, добавляла в каждом втором ряду, росток вязала поворотными рядами, в каждом втором ряду я добавляла по одной петельке. И того я добавила, сколько мне было, 12. 12 все-таки, мне надо было добавить 12 петель на подрезы. Я добавила 6 петель по спинке. И сейчас я добавлю еще 6 и соединю спинку уже с передней частью и буду вязать по кругу. То есть вот у меня лицевой ряд. Я сюда добавляю недостающие 6. И соединю их уже с передней частью. Буду вязать по кругу тем же рисунком до нужной мне длины моего изделия. И вот это уже кофточка в готовом виде. Когда я довязала до нужной мне длины изделия, у меня длина изделия получилась 56 сантиметров. Внизу я сделала резинку 1 на 1. С перекрученными лицевыми петлями. Я, не знаю, я не считала, сколько рядов, но где-то у меня 3 сантиметра резинки получилось. И рукава тоже обвязаны такой же резиночкой. И вот в конечном итоге получился такой результат. Благодарю всех за внимание. Заходите на мой канал, буду рада вас видеть, буду рада вашим комментариям. Успехов вам в творчестве и до новых встреч!